И снова здравствуйте, уважаемые зрители телеканала «Югра», любители спорта в целом, хоккея в частности. У нас позади первый период первого финального матча противостояния «Югры» против новокузнецкого «Металлурга». Позади 20 минут основного времени, счет 0-0. Евгений, как думаешь, насколько оправдан этот счет? Абсолютно обоюдоравная игра. То, что мы увидели в первом периоде. Но я считаю, позволю себе не согласиться с Александром Беляевым, она прошла с преимуществом нашей команды. Команды обменялись удалениями. При нашем удалении, конечно, мы упустили преимущество. Я считаю, что больше возможностей для взятия ворот. Не могу сказать, что было по броскам, но такая картина складывается, что мы вели игру, мы владели инициативой. Максим, какие у тебя впечатления от первого периода этого очень важного матча? Вы знаете, идет позиционная борьба. Кто в этой позиционной борьбе окажется сильнее, тот, я думаю, и начнет лидировать в этой встрече. Ну, естественно, у нас определяет игру пока первое звено. Но хочу отметить, что активен во втором звене и был возможность отличиться у Александра Кмальдинова. Так же, как и у новокузьмичан, основную игру задает темп первое звено. Китсон, Поляков, Ярдаков. Вот, соглашусь с Евгением, что игра равная, но при равной игре у наших хоккеистов было больше возможностей отличиться. Это и моменты у Кирилла Пилипенко в большинстве, и у того же Акмальдинова. Ну и, конечно, моменты у Никиты Чертышного. Гроссмейстерская, мхатовская пауза, бросок по воротам, но, к сожалению, переиграть Владислава Сухачева у него не получилось. Счет пока по игре. Евгений, что бы ты отметил по итогам первой 20 минутки? Да. Также согласен с предыдущими экспертами. Абсолютно равная игра с небольшим преимуществом нашей команды. Немного точности в бросках нашим игрокам добавить. И думаю, сейчас тренер это же самое подскажет. Вот чуть-чуть не хватило именно в точности бросков. И думаю, будет заброшена шайба. Чуть поправить прицел. Возможно, во второй 20 минутке, да? Мы ждем шайбу. Хорошо. Евгений, скажи, пожалуйста, ну вот, глядя на этот матч, мы видим именно финальное противостояние? Мы видим какое-то особое напряжение у игроков? Ну, однозначно, финал всегда является прекрасным завершением сезона. Но по первому периоду сложно пока делать такие глобальные выводы. Мы видим, что обе команды нацелены. Нет какого-то мандража, либо боязни соперника. Нас ожидает острая борьба, нас ожидает очень хорошая, интересная серия. Максим, ну вот ты отметил, что было удаление и в составе «Югры», и в составе новокузнецкого «Металлурга». А вот игра в неравных составах, насколько может стать решающей, насколько может качнуть, скажем так, преимущество в ту или иную сторону? Да, первое удаление было в составе наших гостей. Хоккеистов «Металлурга» из Новокузнецка Александр Шевченко был удален. И у хоккеистов первого звена была возможность реализовать это численное большинство. Если посмотреть на статистику, то в реализации численного большинства, как уже было сказано, «Металлург» выглядит посильнее, чем «Югра». Но «Югра» выглядит посильнее в нейтрализации большинства соперников. Что, собственно, было и доказано в большинстве и как нашим, так и новокузьмичан. Что следует сказать, то что в данном случае нужно меньше удаляться, чтобы предоставлять возможности первому звену хоккеистов «Металлурга» что-то придумывать, что-то изобретать. Они это могут. Состав этого первого звена, как мы видим, усиливает нападающий второго звена Олег Ломака. Это у них спецбригада большинства. Очень квалифицированные нападающие в составе первого звена новокузьмичан. Это и Максим Китсон, чемпион мира среди молодежи 2010 года. Автор самого молодого хитрика в истории КХЛ. Если я не ошибаюсь, 30 октября 2010 года он забросил 3 шайбы Атланту. И только 21 вот января Никита Гуслистов из Северстали превзошел этот рекорд. Вот, Максим поиграл в низших лигах США и Канады, в Лиге Онтарио, например. Он играл очень мастеровитый хоккеист. Не могу сказать и о других также. Например, Данил Ярдаков, его, например, все знают. Он самый результативный человек в истории высшей хоккейной лиги. За 11 сезонов он забросил 100 шайб и сделал 167, по-моему, результативных передач. Ну и Валерий Поляков сейчас лидирует в списке снайперов плей-офф. Ну и что самое главное, что из 13 его шайб 6 шайб были победными. И кого опасаться, тут, по-моему, однозначно понятно.
Евгений, мы смотрели сегодня с тобой возраст игроков. Югра чуть-чуть постарше, да? Насколько считаешь важным вклад именно опытных игроков? Может быть, какие-то советы, может быть, ну, какие-то наставления в силу возраста и опыта важны в этом противостоянии? Опыт, конечно, важен, особенно в матчах плей-офф, финал тем более. Но тут разница не столь велика, и я не думаю, что этот фактор может быть каким-то решающим. Ну, нет, это статистическая погрешность в данной ситуации. Угу. Опытных игроков хватает и в той, и в другой команде. Жень, а вообще вот присутствие вот такого дядьки, скажем так, да, в клубе, в команде, насколько важно? Для молодого человека, игрока, это малоопытного, это, конечно, важно, когда есть вожак, природа заложена, вожак стаи ведет за собой. У нас эту роль выполняет Иван Лекомцев, отлично с ней справляется, и не раз и в этой серии, в этих играх плей-офф, в этом сезоне он демонстрировал, как он умеет переламывать, забивая переломные голы, придавая уверенность и команде, и отдельным игрокам. А вот если говорить об обстановке в раздевалке, есть такое, что вот, ну, более авторитетные, более опытные игроки, ну, что-то могут подсказать, скажем так, молодым игрокам? Это всегда есть, это не только в хоккее, это и, как и в жизни, но раздевалка, там своя химия, своя жизнь, это все происходит за закрытыми дверями. Вот все победы, они рождаются именно в раздевалке. Максим, скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь поддержку трибун? Вот мы сегодня смотрели, да, подзаполнен зал, тебя там нету. Ну, как думаешь, насколько хорошо болеют сегодня, поддерживают Югру сегодня трибуны? Ну, это финал, это прежде всего накал страстей. Я думаю, что в смысле, любой желающий в Ханты-Мансийске хотел бы оказаться там, поддержать команду. Но есть же ограничения, с 1 апреля только 50% от вместимости арены, если не ошибаюсь, разрешено. Я думаю, что с учетом этих ограничений, как бы довольно солидная сегодня аудитория поддерживает Югру. Ну и следует отметить то, что есть болельщики из Новокузнецка, как бы прибыли. Это второй случай в этом сезоне. До этого был один Михаил Келешов из Тюмени, фанат Рубина. Но сейчас, как вы видите, достаточно приличная поддержка у Металлурга. Мы сейчас говорим о представителях в регулярном чемпионате, к нам приезжали болельщики. В регулярном чемпионате мы играли без зрителей, поэтому, ага. В смысле, там никто априори приехать не мог. Да. Там в конце сезона разрешили с 1 февраля, да, но никого не было, кроме вот единственного Михаила. Вот. Ну, это радует, это как бы настраивает на общение между болельщиками двух команд, на дружеское общение. Угу. Как бы большой плюс, но будем надеяться, что мы посетим Новокузнецк с ответным визитом. Говорят, что хоккейное фанатское братство, оно особенное, да? Люди, в чем отличие футбольного боления от хоккейного? В футболе на поле игрокам нельзя драться, но дерутся болельщики, а в хоккее наоборот. На поле можно драться, да, на площадке, а хоккейные болельщики братаются. Насколько важно вот это вот братание, насколько важно вот это вот большое сообщество хоккейных болельщиков, в которое в том числе входят и болельщики Югры? Ну, вы правы, Александр. В футболе совершенно другая культура боления, чем в хоккее. Ну, и даже если это можно назвать так культурой. Ну, наверное, все культуры имеют право на существование, иногда на сосуществование. Вот, ну, кому здесь как, кому как больше нравится, но я думаю, что те традиции, которые сложились в хоккее, это традиции дружбы, они прежде всего должны превалировать непосредственно в боление, такое дружеское боление. Вот, и иногда получается то, что ты всегда надеешься, ну, бывают там какие-то сложности на выезде, там финансового плана или там какие-то другие, и болельщики других команд могут прийти к тебе на помощь. Это как бы для любого болельщика, фаната, это большой-большой, даже огромный плюс. Ну да, я знаю, Жень, что ты очень часто путешествуешь за Югрой. Скажи, приходилось сталкиваться с примерами вот действительно поддержки, вот болельческой, хорошей такой братской поддержки? Я могу сказать, что всегда абсолютно дружественная атмосфера на трибунах с местными болельщиками. Никогда не было никаких конфликтов, в отличие от футбола, хоть и на футбол тоже периодически выезжаю, но там совсем другая ситуация. И матерные кричалки, не без этого. Скажем так, в хоккее более все душевно. Это есть, и от этого, и это хорошо, скажу я вам. А как думаете, сегодня вот болельщики Югры, болельщиков Металлурга встретят по-доброму? Ну а как еще? Конечно. Ханты-Мансийск славен своими традициями гостеприимства. Я думаю, как уже приводил пример, что мы самые выездные, я думаю, если группа соизволит составить рейтинг самых гостеприимных, мы не потеряемся в нем.
Хорошо, Жень, но с другой стороны вопрос. Насколько Югра как команда готова быть гостеприимной? Или здесь вообще все законы гостеприимства уходят на второй план? Когда ты выходишь на площадку, да, есть... Хоккейная жизнь такая, ты сегодня в одной команде, завтра в другой, там у тебя есть друзья, но когда начинается игра, это все остается за гранью, здесь битва идет, противоборство, здесь все забывается. Да, после игры ребята пожмут себе руку, спросят, как дела, как в жизни, как семья, но снова начинается стартовый свисток, стартовое вбрасывание, и все обратно происходит, возвращается к борьбе. Это жизнь, так устроен в спорт, поэтому от этого не уйти. Хорошо, возвращаясь к матчу, Евгений, ты разочарован тем, что не было голов в первом периоде? И что ждешь от второй 20 минутки? От второй 20 минутки я жду от обеих команд много позиционных атак, потому что накладывается смена ближняя к воротам соперника, и здесь команда будет этим пользоваться. Не скажу, что разочарован не забитыми голами. Конечно, мы все ждем, мы пришли, любим хлеба и зрелищ, требуем, хотим этого, но чтобы эти были голы ворота соперника. Что ждешь ты, Максим, от второй 20 минутки? Я жду прежде всего активных действий Югры в атаке. Конечно, понимаю, что главным и приоритетным будет оборона, прежде всего сохранение своих ворот в безопасности, но думаю, что тренерский штаб оценил мощь соперника, оценил его возможности как в атакующей, так и оборонительной. А я полагаю, что в обороне мы выглядим немного посильнее, чем наши оппоненты. И поэтому сейчас жду того, что хоккеисты Югры все-таки попытаются забросить шайбу, повести в этой игре, как было в предыдущем матче с «Динамо». Хорошо, ну что ж, посмотрим, сбудутся ли предсказания наших экспертов. Увидимся в следующем перерыве.